Президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае провала контрнаступления ВСУ придется вступить в переговоры и обменять территории на мир. Об этом заявил обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тиздал. По мнению журналиста, если украинское контрнаступление не приведет к прорыву, то есть риск того, что запасы оружия закончатся, настанет новый зимний энергетический кризис, а поддержка общественности на Западе упадет еще больше. Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир, считает Тиздал. Поражение ВСУ, как уверен журналист, приведет к катастрофическим последствиям. И столкнется с ними не только Украина, но и другие государства, отметил Тиздал. С самого начала контрнаступления украинские войска практически не продвинулись, заявил ранее командующий 1-м батальоном 10-й механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Яндульский. Он также добавил, что его солдаты не получили никакого нового оружия, о котором заявляли страны-участницы НАТО.